Добрый день, дорогие зрители и подписчики. Сейчас с женой находимся на Спартаке. Хвалили нам столовую по-домашнему на Спартаке. Сейчас зайдем, посмотрим. Вот она здесь находится наверху, где бывший кинотеатр Спартак. Сейчас поднимемся наверх. Покажу, что мы закажем, будем кушать. Так что все приходите в эту столовую. Рекомендую. Какие расценки здесь. Всех с 1 января, дорогие подписчики, зашли в столовую. По-домашнему на Спартак решили покушать. Я с женой. Вот такой у нас чек. Вот мы взяли, получается, солянку, бульон куриный, хлеб и бутылку такого ягодного морса. Так что сейчас будем пробовать, кушать. Я думаю, будет очень вкусно. А еще такой блинчик у нас со сгущенкой, панкейк. Такой панкейк. И сейчас все это будем кушать. Солянка, бульон куриный с лапшой. Так что советуем, приходите в заведение сюда на Спартаке, столовая по-домашнему. Всех с праздниками, с новогодними и январскими. Солянка очень вкусная. Как тебе куриный бульон с лапшой? Очень вкусно. Понравился? Да. Так что продолжаем кушать. Впрочем, вот чек вышел на такую сумму. 364 рубля 86 копеек. 364 рубля 86 копеек такой. Чек у нас получился за всю эту прелесть, которую мы сейчас кушаем. Столовая по-домашнему. Да, цены достаточно такие бюджетные, лояльные. Адрес: столовая, бывший кинотеатр «Спартак». Поднимайтесь на второй этаж. Красиво. Здесь вот мы на второй этаж зашли. Такие столики. Там внизу, получается, вот. Сейчас продукты, интерьер очень красивый. Там еще есть такая видовая площадка на втором этаже. Ну, получается, мы и так на втором этаже, но это еще выше такой балкончик. Там можно с видом посмотреть вообще на Спартак. Классно, короче. Да. Сейчас продолжаем дальше кушать. Поели мы свою солянку, жена куриный бульон с лапшой. Очень нам здесь понравилось, все вкусно, все классно, так что советуем, приходите. Сейчас будем такой панкейк пробовать со сгущенкой. Сейчас поедим, сейчас скажу, какой он был на вкус. Тут вот получается вот сами, где повара находятся, готовят. Внизу продукты, ингредиенты разные у них есть. И первые, и вторые блюда, и мясные блюда, и напитки разные, и десерты, и сладкое. Так что вот народ тоже внизу берет, все покупает. А вот там вообще вид классный, туда проходите, там вообще вид на Спартак, на город. Вообще классная столовая, очень нравится. Всем советую. Приходите сюда на завтраки, на обеды, на ужины. Очень вкусно здесь, классная атмосфера, уютно все. Всем желаю приятного аппетита, кто сейчас кушает. Такие столики, такая детская игровая комната есть здесь в столовой. Вид на Спартак.
Так что всем рекомендую, жителям Ялты и не только Ялты, приходите на Спартак в столовую по-домашнему. Здесь очень вкусно готовят. Всем, кому понравилось, ставьте лайк. С 1 января вас. Подписывайтесь. До новых встреч, новых видео. Всем вам хорошего дня. Столовая по-домашнему. Все очень вкусно, аппетитно. Здесь готовят, находится на Спартаке. Бывший кинотеатр Спартак. Что приходите, уютные столики с такими диванами. Видовая площадка на втором этаже. Так что всем рекомендуем. По-семейному здесь столовая, уютно очень, хорошо. Телевизор можно посмотреть, такая новогодняя елочка красивая. Красота. Столовая по-домашнему на Спартаке.